Приветствую вас, друзья, подписчики, дамы и господа, и просто зрители моего канала. Кто не подписался, обязательно подписываемся. Вот, хотел сегодня рассказать, без чего нельзя выезжать на Буране вообще никуда. Я уже не говорю в запас брать с собой там зажигание, там колечки поршневые или поршня, минимум необходимого запчастей, которые нужно, чтобы сделать выезд в лес, ну или на рыбалку, или еще просто прокатиться. Давайте рассмотрим, какие запчасти в первую очередь нужно брать с собой. Первая необходимая вещь, значит, ремень вентилятора, который охлаждает наш снегоход. Обязательно берем ремешок, ну, желательно, чтобы качественный был. Смотрите, в запасе он должен лежать внутри всегда. Второе, ремень вариатора. Берите со знаком русской механики надежные ремни. Хватает надолго. Значит, запасные свечные колпачки. Часто бывает, пробивает, и ты на одном цилиндре, и пытаешься потом оголить проводок или что-то сделать. А если у тебя провода силиконовые, как вот на этом Буране, то практически невозможно без колпачка куда-то ехать. Поэтому в запасе. Новые свечки. Вот я взял японские, хочу попробовать разочек, как они поведут себя. Но говорят, что специально калийное зажигание подходит для Бурана. Это, в принципе, не обязательно, но у меня фильтр с завода стоит. Он немножко по-другому исполнен. Выход вот так вот два, но такой не найдешь. Взял такой на всякий случай, если что, с этой стороны, с этой надену. Он, в принципе, не настолько важен. Можно, значит, обрезать вот этот вот выходной патрубочек и соединить напрямую без фильтра, если он забился, и доехать до дома, а дома уже поменять. Вот. Обязательно вот такие вот бабышечки, которые у меня вариатор Альпина стоит для вариатора, потому что где-то в целях что-то проехали, начинает бить, стучать, и разбиваться начинает сам вариатор. Заменив быстренько на коленочки вот эти пластиночки, вы продлите жизнь самому вариатору. И маленькие бабышечки, которые идут на ведомый вариатор. Маленькие такие бабышечки, они тоже бывают от нагрева, от нагрузки стираются. Нужно их тоже менять. И не забываем смазывать. Если разбираете вариаторы, например, меняете бабышки, обязательно добавляйте смазки. Ну вот, друзья, маленький момент. При покупке такого снегохода вот эта вот фара, фароискатель, стоит вот сбоку. Я, конечно, понимаю, может быть, это специально, чтобы сюда канистру при заливке ставить удобно было. Но здесь вы ее оторвете в лесу сразу. Обязательно на центр, чтобы все ветки и всякие там палки задевающиеся не сорвали эту фару. Обязательно в Буране, либо внутри, либо где-то сбоку прицепляться должен топор. Я, значит, с собой топор не вожу, но у меня всегда есть такая вот мачете. То бишь, любые кусты или там какие-то ветки я могу прорубить. Где-то, если налетел на какой-то пенек, немного срубить. Но пилу я вожу всегда с собой.
У меня на угодьях таежных горелая тайга и постоянно падают деревья. В одну сторону проехал, было все хорошо, а обратно едешь — уже завалило. Поэтому пила у меня всегда с собой. Ну а мелкие ветки или деревца, которые бывает гнет от снега, рубаю вот этой мачетой. Ну вот все, что я вам хотел сказать. А с вами был я, Сергей, и это канал Лисий Пень. Не забудьте подписаться, поставить лайк и написать комментарий. Всем пока, удачи, добра и позитива.